Здравствуйте! Вы смотрите новости о золоте на канале JGOS. Разглядывая золотое украшение или слиток, мы редко задумываемся, насколько древний металл держим в руках. Удивительно, но золото намного старше Земли, из глубин которой извлекается. Когда и где возник ценный металл, занявший столь важное место в истории человечества? На этот вопрос постарались ответить исследователи из Национальной астрономической обсерватории Японии, Университета Тохоку и Университета Нотр-Дам. С помощью суперкомпьютера Атероид-2 ученые создали детальную симуляцию формирования галактики наподобие нашего Млечного Пути. Атероид-2 — грандиозное устройство, способное выполнять до 3 квадриллионов операций в секунду. Это самый мощный в мире компьютер, предназначенный для астрономических исследований. Моделирование процессов вселенского масштаба заняло несколько месяцев. Симуляция охватывала период от Большого Взрыва до наших дней. Астрофизики наблюдали за тем, как гибнут древние звезды, выбрасывая в космос различные вещества. Химические элементы тяжелее железа, например, золото и платина, образуются, когда сталкиваются ядра двух нейтронных звезд. Высвободившиеся элементы потом поглощаются другими небесными телами. Исследование показало, что около 10 миллиардов лет назад насыщенные золотом звезды сформировались в небольших галактиках, которые затем соединились и образовали Млечный Путь. Богатые золотом звезды рассказывают нам историю Млечного Пути, говорит Ютака Хирай, астроном из Университета Тохоку. Он называет эти светила ископаемыми времен зарождения нашей галактики. За последние 5 лет астрономы обнаружили сотни звезд, наполненных золотом. В мае 2022 года с помощью космического телескопа Хаббл удалось установить, что звезда HD-222-925 содержит 65 химических элементов, включая золото. Такое разнообразие является рекордным для объектов за пределами Солнечной системы. Секреты мироздания всегда вызывали сильнейший интерес в научных кругах. Европейский Союз выделил 11,3 миллиона евро на исследовательский проект Heavy Metal, цель которого — изучить процесс образования химических элементов при слиянии нейтронных звезд. Возможно, скоро мы узнаем что-то новое о происхождении золота и путях его распространения во Вселенной. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых интересных новостей о золоте. До новых встреч!